Здравствуйте, ребята, и это еще один обзор. Обзор радиоуправляемой машинки. Смотрите, машинка называется Bentley Continental. Красивая, очень такая черненькая машинка. Вот, виден наш пульт. Фирма Rastar. Вот, тоже понятно, что Made in China. Хорошо, давайте будем распаковывать этот автомобиль. Вот мы достаем ее из коробочки. Та же фирма. Ух ты! Почему говорю та же? Потому что я уже делал вот обзор распаковки и обзор вот этого автомобиля BMW. Кстати, хотел также показать размеры. Так, 19,5. 19,5. Ну, то есть мне лучше видно. Может быть, вот так сделаем. Вот здесь ровненько и видите, 19,5 длина этого автомобиля. Итак, вот наш пульт. Вот наш пульт. И сейчас мы с вами поставим батарейки. Откручиваем здесь вот эти болтики. И сейчас поставим две одинаковые батарейки. Нельзя ставить одну старую батарейку, одну новую или батарейки разного производителя. То есть, если мы ставим батарейки Duracell, то мы ставим батарейки Duracell. Вот у меня вот такие батареечки. И ставим. Так, что мы здесь видим? Плюсик сверху. И здесь тоже плюсик идет сверху. Внимательно это все проделываем. Аккуратненько. Не спеша, может быть, не так, как я. Спешу немножко, да, чтобы побыстрее. Побыстрее попробовать, как наша машинка ездит. Насколько она быстрая. Тоже наш автомобиль в 24 раза уменьшен от оригинала. Да? Так, попал. Закручиваем. Все, есть пульт. Работает. Хорошо. Теперь наша машинка. Так, освобождаем от упаковки. И смотрите, какая красотень. Какой Bentley классный. А, и смотрите, в этих моделях еще одна классная особенность. Вот зеркала, видите, они резиновые, то есть не сломаются, потому что если это пластик был бы, то легко можно было бы сломать, да, и это бы нас очень сильно огорчило. Хорошо, здесь нужно отрегулировать, потом нужно здесь сдвинуть сюда, чтобы сдвинуть потом вот таким образом, и открываем. Немножко неудобно. Вот, и вставляем батареечки наши. Тоже следим за полярностью. Плюсик сюда, плюсик в эту сторону и плюсик в эту сторону. Закрываем. Так и он. Все, теперь должно у нас все работать. А ну попробуем поехать вперед. Назад. Колесики, видите, работают. Вот если направо. Ух ты, сейчас упадет со стола. Хорошо, идем на пол и там протестируем наш автомобиль. Итак, поехали.
Тоже очень шустрый автомобиль, вы знаете. Очень шустрый. Итак, ребята, смотрите, вот он наш Bentley. Красавец, смотрите, какой автомобильчик. Просто хочется на нем кататься и кататься. Итак, если вам понравилось видео, то я жду ваши комментарии, ваши лайки. А также, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, и вы сможете больше посмотреть обзоров и разных мультиков про машинки.